Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 11. Ваня и Саша живут в одном доме. Ваня идет от дома до школы 30 минут, а Саша идет 40 минут. Через сколько минут Ваня догонит Сашу, если Саша вышел из дома на 5 минут раньше Вани? Найдем, на сколько минут быстрее идет Ваня. Для этого мы от 40 отнимем 30. Получим 10. Ваня идет быстрее, чем Саша на 10 минут. Найдем, через сколько Ваня догонит Сашу, если Саша выйдет на 5 минут раньше. Для этого мы к 10 прибавим 5, и получится 15. Ответ. Через 15 минут Ваня догонит Сашу. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.